Привет, друзья! Армения и Индия заключили соглашение на закупку индийских ЗРК «Акаш». Контракт оценивается в 720 миллионов долларов. ЗРК «Акаш» начали разрабатывать в 1983 году, а производство его началось в 2008 году компанией Bharat Dynamics Ltd. На данный момент в Индии производятся два вида ЗРК «Акаш». Базовый с дальностью поражения до 30 км и модернизированный с дальностью поражения до 70 км. Какой из этих двух типов ЗРК заказала Армения, пока неизвестно. ЗРК «Акаш» может размещаться на колесном или гусеничных шасси Т-72 или БМП-3. В состав ЗРК «Акаш» входит пусковая установка с тремя зенитными ракетами, многофункциональная РЛС «Раджендра», способная обнаружить цели на дальности до 60 км, а также пункт управления. РЛС комплекса с фазированной антенной решеткой позволяет одновременно сопровождать до 64 целей и осуществлять наведение до 12 ракет. ЗРК оснащен ракетами с боевой частью массой около 60 кг и скоростью полета до 1000 метров в секунду. ЗРК может поражать цели на высотах до 19 км. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.